Рыба-кит, папа рисует. Далее. Папа Кит. Папа Кит с Катей, с модной Катей. И сегодня мы рисуем валентинки на Валентинов день. И сегодня сову берем, складываем лист. Мы же настоящую валентинку делаем, которую ты потом можешь подарить кому-нибудь. Васе. В классе Васе подарить. У меня котик Васе. Тогда нарисовать кошечку, а не сову. Привет, Иван, Лариса, Диана, Елена, Кент, Вар, Милый, Виндер, я и ты, Иван, Павлов и многие другие. Сейчас рисуем сову. Кто? Марки. Вкусно? Это вредно нюхать. Давай так. Смотри, рисуем просто. Мы рисуем сначала большое сердечко. Вот здесь поставь точечку и вот здесь. Мы как бы с точечек начнем. И раз. Плохо сердечко. И два. Как раз способ потренироваться. Нарисовал. Ну, такая у тебя сова будет классная тоже. Такая, как попа. Как вишенка. Так. Что дальше мы рисуем? Мы рисуем дальше глаза, да, давай глаза рисуем. Два еще сердечка. Кстати, на этой сове, если вы не умеете, ребят, вы в конце рисунка научитесь все рисовать в сердечке идеально, потому что здесь нос, клюв, у нее тоже как сердечко. Внизу, вверху, ну давай внизу нарисуем ей два сердечка. Это лапки ее. Вот так. Ну, можно так, а я умею в голове переворачивать такие, да. Кто как умеет. А здесь нужно по-другому. Вот так. Вот так, да. А ты говоришь, легкая сова. Это очень легкая сова. Нарисовала. Так, получается хорошо. Так, если вы меня очень много времени займет минут, потому что я это незнакомый человек, отзовите, пожалуйста, Настя. Так, теперь рисуем эти крылышки. Раз, два. А сердечки. Ой, у меня как у тебя получается уже, видишь, такие как попки. У тебя вот эти как луковицы, да, а это как попка. Ну ничего, смотри, мы почти нарисовали, осталось только глазки нарисовать. Я считаю, надо вот так, знаешь, делать вот так вот. Не как там нарисовано, а просто вот так нарисовать. И теперь можно раскрыть. Но сначала внутри можно тоже нарисовать сердечко. Глазки. И улыбочку. А внизу вы подпишите ваше пожелание своему человеку, кому вы хотите подарить. Каким цветом твоя будет валентинка, Кать? Голубая. Голубая? Невероятно. Я-то думал, ты схватишь розовый марк. Это розовое все. А ты там прям будешь так рисовать, да? Да. Катя, мне кажется, стала более элегантной в выборе цветов и решений, что раскрашивать, да? Теперь она раскрашивает не сову, а все кроме совы. Это труднее, кстати, да? Это труднее. Расскажи, Кать, как Новый год прошел, как после Нового года жизнь продолжается? Нет. Как, в смысле, кончилось? Ты ждешь теперь Нового года или дня рождения? Всего. Всего ждешь? Ну, как бы хорошо, что он прошел, он удачно прошел. Передайте, пожалуйста, привет, ты лучший, спасибо. Ну, рисуйте с нами, это весело. И ВК присылайте. Да, и ВК присылайте, потому что, Катя, мы хотим, чтобы показать, что вы умеете рисовать. Это было бы здорово, но мы будем проверять раз в 10 минут. Расскажи, Катя, вообще, как жизнь-то? Ужасно. Как ужасно? Почему? Я жду, когда ты скажешь: «Вау, все классно, я такая довольная». Там, а ты такая: «Ужасно, ужасно, ужасно». Что ужасного? Ты заболела? Нет. У тебя выпали все зубы? Нет. Все волосы? Нет. Все мальчишки тебе там пристают в классе или нет. Что? Нет. Ну тогда почему у тебя ужасная жизнь? Потому что в школе куча домашних. Не хочется домашнее задание делать? Нет. А много приходится делать. Да? Угу. Ты в первую школу, в первую учишься, смену теперь. Угу. Ну, это хорошо, что хотя бы в первую смену, потому что, ну, мне кажется, тяжело учиться во вторую смену. Нет. Нет? Угу. Лучше, да? Угу. Спишь до 12, да? Да? Угу. Я-то сам учился во вторую смену. И это было не так, я знаю, что в конце концов я дрых половину дня. А потом в 5 часов домой приходишь. Да, да, даже позже. Угу. Если в час туда пошел, то в 5 возвращаешься, что ли? Ты, наверное, в 6. А я в 5. В 5. Ну, тогда, ну, это первый класс, второй класс.
Ну хорошо, но сегодня Валентинов день, мы как бы хотим подготовиться к нему. Рисуйте с нами. Я даже знаю, кому эту валентинку понравится. Отлично, отлично. Это всегда хорошо, когда вы рисуете валентинку и уже знаете, кому вы ее подарите. Это самое лучшее. Тогда вы знаете, что ему понравится именно эта валентинка. Отлично, вообще у тебя классно получилось. Ты так стараешься рисовать, прям большое это продвижение вперед. Любые убери маркеры. Эти, маркеры. Не, ну мы маркером тоже можем. Мне кажется, пастелью просто удобнее рисовать, ну, да. Что ли. Как-то. Теперь у нас будет не три маркера сейчас, а три пастели. Ну сейчас у тебя, да, я использовал три пастели сейчас. Так, что, а вы будете рисовать углем? Вот. Вероятно, но углем? У меня есть уголь, я рисую иногда углем, но мне кажется, валентинку углем рисовать... Углем? Ну, такой черный уголь, знаешь, рисуешь, все руки у тебя и нос тоже в угле и так далее. Может быть, а я... еще внутри что-то написать? Нет, сейчас писать не будем, Кать. Ну, потом. Ты напишешь, когда будешь дарить, перед тем, как дарить, ты напишешь пожелание. Я не знаю, что писать. Я заблокирую ваш канал, нам пишут почему-то. Ну, где? Ну вот. Ну ладно. Не надо нас блокировать, мы хорошие. Так, что еще? Эй, ответь мне, пожалуйста, Кен Ролл. А что Кен Ролл спрашивает? Может, там вверху. Ты лучше, он пишет. Ну, ты спрашиваешь? Наверное, нет. Наверное, не самый лучший. А так, ты лучший? Да, если спрашиваешь, я просто не знал, что это ответить надо. Так. Потом вы самый лучший пишет. Ну ладно. Ответьте, кто еще будет, кого еще будете рисовать? Мы еще хотим мороженое нарисовать. Для него мы, может быть, используем маркеры, потому что мороженое, ну, маркеры, понимаете. И всем девчонкам нравятся маркеры. Ну и мальчишкам тоже. Мы собаку хотим нарисовать, китов и маленькое сердечко в виде эмоджи. Эмоджи. Ну, эмоджи, как произносить, не знаю точно. Ну, так что оставайтесь с нами, может быть, еще минут сколько-то порисуем. Катя вот пришла только вечером, смогла, сегодня она училась на математике, да? Ага. Тяжело, а Бакус сдается. Катя ходит на математику, нет, легко? Угу. Это хорошо. Наши тоже ходят, и им тоже нравится. В каком городе вы живете? Мы в Краснодарском крае живем, в небольшом городке рядом с Краснодаром, и... Что, нам тут отлично. Павлик уже что, тоже ходит? Павлик, да, ходит, начал. И нам здесь хорошо, сегодня тепло, плюс 10 на улице, мы ждем весны уже и готовим валентинки. Ой, я знаю, что сейчас. Ой, красота же, я тоже хочу. Вот Катя знает, где красиво сделать. Вот теперь-то все красиво, да? Угу. Отлично. Теперь покажем, как у нас все получилось. Две валентинки. Я скажу, что у Кати просто суперский поросенок получился. Но не поросенок. Ну хотя год свиньи же у нас, да? Угу. И маленькие сердечки. Сколько у нас времени? Сколько у нас времени? У нас сейчас 20:49. Так что. Скоро уже 9. Да. Не уходите, сейчас мы ставим паузу небольшую и продолжаем рисовать для вас. Рисуйте с нами, присылайте свои работы.